Здравствуйте, с вами компания «Электромотор», ваш надежный друг и помощник в мире техники. Представляем вашему вниманию классическую подвесную люстру с флористическими мотивами. Она нежная, утонченная и, что интересно, с желтой позолотой. Она отлично подойдет для холлов или же в качестве дополнительного освещения в больших помещениях, но, естественно, с соответствующим изысканным дизайном. Флористические мотивы проявляются в таких металлических листьях и керамических розах, которые дополнены также позолотой. Материал, из которых выполнена данная люстра, это стекло, керамика и металлический корпус, который надежно будет держать всю конструкцию у потолка. Основу, которую мы видим, она округлой формы, стекло граненое, очень изысканно и достаточно крупные грани мы видим. Окончание вытянутое, что придает завершенности данной композиции. Лампочки обычные, цокольные Е27 на 40 Вт. Люстра выполнена в возвышенных нотках с минимальным, но уместным количеством флористических мотивов, деталей. Если вас заинтересовала данная модель, тогда звоните по номеру 5-3-0-3-8. Наши девушки-менеджеры ответят на все ваши вопросы. Более того, что эта модель есть в наличии и, главное, по доступным ценам.